Так, товарищи, значит, я думаю, что все, кто пришел на наше заседание кружка сегодня, отдают себе отчет в том, что вот учение о сущности изучать, это нам не то же самое, что учение о бытии. Правильно? Вот, то есть, если там мы вели речь о том, что на поверхности, как выяснилось теперь, то теперь мы и поверхности не удовлетворены и углубляемся внутрь. Вот, причем мы углубляемся внутрь в связи с тем, что само движение вот категории бытия, оно приводит к тому, что все, так сказать, границы, которые там были, они постепенно были сняты, не уничтожены, конечно, а сняты. И мы сначала получили нечто, так сказать, безграничное, как вот количество, такая определенность, которая безразлична, собственно говоря, к своей границе. Вот. Потом был вопрос о мере, как единстве качества и количества, то есть как бы уже некое возвращение качества к бытию. И, наконец, когда сквозь, так сказать, меру проходит то, что является отрицанием всех этих скачков и всех этих качественных изменений, которые есть в этой мере, мы получили отрицание сферы бытия, не отрицание конкретного бытия какого-то, а этого, пятого, десятого, отрицание всякого бытия, сферы бытия вообще. И тем самым мы перешли к новой категории – сущность. Вот уже Борисович вывесил начало сущности, прошлое занятие. Вот, так что уже товарищи ознакомились в достаточно большом количестве. Ну и вот мы подошли к очень такому, в самом начале, по-моему, к самому трудному моменту, потому что там пойдут такие вещи, как там основание, существование, явление, закон, действительное, то есть, по крайней мере, знакомое нам по разным, так сказать, высказываниям, произведениям, и то, что имеет место в обычном обороте. А здесь мы попали в такую ситуацию, когда здесь, так сказать, снова непонятное и для нас доселе неизвестное. Я имею в виду, во-первых, видимость, ну и потом, поскольку видимость это вот это непосредственно представляющая себя рефлексия, вот это самая рефлексия. Вот как в этом разобраться? Как разобраться вот в этих вещах? Значит, ну, вот для того, чтобы в этом разобраться, надо сначала, ну, понятно, что тут не так просто к этому подступить, надо увидеть, какие моменты есть в видимости. Мы на этом не останавливались. Вот, видимость имеет свои моменты. Я думаю, что все присутствующие, не читая и не глядя, скажут, что эта категория противоречивая. Правильно? А почему? А потому что мы с непротиворечивыми категориями расстались в самом начале. Первой там, непротиворечивой категории представлялось бытие, пока оно не перешло в ничто. Или ничто, пока оно не перешло в бытие. И дальше уже больше, так сказать, мы с непротиворечивыми категориями, которые бы не начинали движение, мы не имели дела. Второе. В течение всей книги «Учение о бытии» мы всегда имели дело с переходами из какого-то нечто в какое-то иное. Хотя в самом начале, допустим, это был переход бытия в ничто, а потом от бытия переходили к небытию, как выяснилось, да? То есть тоже к ничто, но уже в форме небытия. Потом каждый раз это самое небытие, которое было определенностью, оно превращалось в объект нашего рассмотрения, который был уже в форме бытия качества. Качество – это же определенность. Определенность – это отрицательная категория. Но как только вы ее берете, она становится уже положительной. Это вот для нас, вот этот весь разгон, который у нас был, это вот тот трамплин, который позволяет нам понимать и сущность лучше. Потому что мы уже с такими вещами имели дело. Вот берешь определенность, да, она это отрицание, это не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И что получается, когда ее берешь, это уже бытие, качество. Переход, противоположность переходит. Потом мы рассматриваем эти самые категории качества и тоже начинаем искать там противоположность и противоречивость. И находим, что качество должно быть взято не одностороннее только как вот бытие, а мы должны взять его в соответствии с тем, что в нем есть становление. А в становлении есть два момента противоположных: бытие и ничто. И тогда вот это становление, которое есть в качестве, оно, это вот становление, является масштабом для односторонности качества, взятого только лишь как бытие, или только как отрицание. Надо брать его и так, и так, и так далее. И то есть все время такие повороты были. Но они как бы больше все-таки походили на движение вперед. Мы каждый раз шли, шли, и наконец мы добрались до перехода нечто в иное. Потом иное отгородилось от нечто границей, еще прочнее стало. Есть нечто, есть граница, пошли за границу, получили. Значит, когда вышли за границу конечного к бесконечному. Потом опять мир перевернулся, диалектический, который мы рассматривали. И если доселе вот это все у нас бытием было, это все конечное, потом выяснилось, что конечное – это отрицание в бесконечном. Что есть бесконечное, к которому мы шли как к отрицанию конечного, а на самом деле конечное является отрицанием бесконечного. И разделение там одного и второго, оно недопустимо, поскольку конечное есть только в бесконечном. И бесконечное истинное, оно всегда есть только с конечным. А такого бесконечного, как оно было без конечного, не бывает. Ну и, соответственно, дальнейшее движение нам с вами известно. И вот теперь, если внимательно почитать самое начало, вот особенно я вам всем советую почитать раздел «Видимость». Потому что в нем содержится все то, что дальше потом как бы повторяется в разделе там рефлексии, когда просто о рефлексии говорится, что есть там полагающая рефлексия, есть внешняя рефлексия, есть определяющая рефлексия. Там ничего такого особенного, чтобы какие-то давало новые трудности по сравнению с тем, что было в видимости, то и нету. Потому что, ну, полагающая рефлексия – это та, которая, значит, ведет к тому, что возникает, что появляется. Предполагающая, она как бы с чего-то начинает, что как бы есть. Вот. А определяющая есть единство, полагающее и предполагающая рефлексия. Тут какой-то особенной такой сложности и нету. То есть как бы легко это излагать. А дальше, когда переходит уже Гегель к таким вещам уже совсем известным, но просто непонятым, к таким как тождество, различия и, наконец, противоречия. Тут мы уже видим так, вот, сразу видим, что вот это мясо, только ради чего мы стремились, так сказать, этот путь пройти. То есть такие содержательные категории, которые хочется знать как следует, там уже, как говорится, сам, так сказать, вот, объект притягивает к себе. Ну, а здесь он, наоборот, больше отталкивает, чем притягивает, когда речь идет о вот, видимости. Поэтому я вот, для проверки и для того, чтобы убедиться, что так оно и есть. Вот хотел бы спросить, а обратили ли вы внимание, какие моменты есть в видимости? Ну, сначала-то мы говорили, было существенное, несущественное, вот как бы возврат в сферу наличного бытия, потом оказалось, что это все-таки существенное и несущественное, это моменты самой сущности, то есть надо брать сущность и видимость. Несущественное, как видимость, но теперь это такое несущественное, которое в сущности, то есть существенное, раз оно, это момент сущности, правильно? Это видимость, а естественно существенное, тем более момент видимости, то это все, это дальше вся картина идет, и все разворачивается в самой сущности, и первая наша такая вот попытка их как-то представить как отдельно, как два наличных бытия, не прошли, так сказать, и мы их как бы посмотрели и отвергли это дело, то есть взяли с отрицанием. То есть речь идет не о том, что есть отдельная сущность, отдельная видимость, а есть сущность, а в сущности есть видимость и, собственно, сущность. И видимость тоже сущность. Она не где-то за пределами сущности, не отдельно же она находится. Вот я думаю, что где-то вот здесь мы остановились, и это то место, ну вот, которое надо раскопать, чтобы не получилось, что тут полный провал, а дальше там вроде интересное, хорошее, полезное. А у нас ведь самое интересное в наших занятиях кружка – это выведение, чтобы нам вот не пропустить это вот логическое зерно. Вот я бы хотел попросить присутствующих ответить на вопрос, какие моменты вы видите в видимости. И видите ли вы моменты видимости. А чтобы вас не запугивать, Я хочу сказать, что я в прошлый раз их не видел, как проводил занятия. Поскольку я их не видел, а считаюсь руководителем кружка, я тут вот эту неделю помучился, 2 недели. И, так сказать, у меня и так тут все черным-черно в этом самом учении о сущности. Ну, я еще тут кое-что зачернил, и даже уже могу ответить на этот вопрос. Если никто не ответит, то я скажу. Я так вот и на лекциях, когда бывает, студентов спрашиваю, допрашиваю, они думают, совсем они ничего не понимают, потом я говорю, можно я скажу? Они разрешают. Вот это как. Кто вот может сказать, какие моменты вот он усматривает в видимости. Тем более, как вот я хочу сказать, как вот выясняется, вот сначала вот ничего этого читаешь, не видишь, но вот читаешь, потом, когда это же читаешь, потом на 16-й раз, все написано просто вот, ну, просто написано русским ясным языком, совершенно ясно. И после этого выделить, так сказать, и вроде это не вызывает никаких вопросов. Вот. Надо 16-й раз. А вы какой раз читаете это место? 14 элементов. 14 пару раз не дотягивали. Он сразу, он понял, что говорит, да, я только на 14, между 14 и 15 нахожусь, поэтому я воздержусь от комментариев. No comment. Так, кто у нас? Вот товарищ должен сказать. Вот товарищ Кучук. Он вообще организатор всех этих побед больших на ней, пропаганды, диалектики. Он нам скажет. Тут все это знают, Владимир Александрович, и вам только контрольный вопрос. Потому что все уже ответили. Значит, вот в этой книжечке «Учение о сущности» там есть такая категория видимости. И к вам такой простой вопрос. Какие моменты вы знаете видимости? Видимость. Видимость. Ну хотя бы, видимо, такие моменты, так, видимо, такие, это же облегчает нашу, не обязательно, что воспользоваться категорией видимости, а? Существенно. Нет, это вот, да, а это то, из чего получились вот эти два момента, это вы правильно вы сделали, то есть вы взяли, как вот, от Гегеля учил, значит, чтобы вы хотите пойти вперед, надо что делать? Откатиться назад. Вы хотите, так сказать, взять эту гору земли бульдозером, что нужно сделать? Или вы хотите кого-то ударить, некоторые думают, надо вот так. Да кстати, кого вы ударите? Вот надо как, туда. То есть назад. Это совершенно правильный ход. Да, существенно, несущественно. Во что они превратились? Потому что существенно, несущественное, которые как бы нас, как он говорит, возвращает в сферу наличного бытия, мы их берем как два бытия. Какое бытие? Бытие это снятое уже. Значит, и то должно быть снято, и это снято. Согласны? Ну, раз это сфера сущности, значит, вы не можете брать бытие просто вот как бытие. То есть вы можете его брать, но в каком виде? С отрицанием. С отрицанием, в снятом виде. Вот. Поэтому вот, вот раз все с отрицанием... Отрицание бытия, отрицание бытия. Вот, вот, Алла Борисович. Алла Борисович, он вспомнил. Что получается? В сущности вообще есть отрицание, правильно? Значит, отрицание сущности, если это уже... Отрицание, отрицание, да? Надо взять его с отрицанием. А в видимости это как бы бытие. Но какое бытие? Это такое бытие, которое берется лишь как момент, потому что тоже с отрицанием. И вы такое же бытие-то не имеете права здесь взять в сфере сущности, которое было просто бытием. Правильно? Вы не можете взять, потому что вы, ну, по логике вещей, если уж снято, так уж снято. Так никакого бытия, которое было бы просто бытием, здесь не может быть. Только бытие в снятом виде. Если молоко, то только в снятом виде. Михаил Васильевич, а вот вначале мы видим, что вот солнце, маленький шарик вращается вокруг Земли. Да, а потом, когда мы обращаемся к сущности, то мы потом видим, то есть мы это не видим, мы это узнаем. Это видит теперь, вот теперь видят это и космонавты, видят. А мы этого все равно не видим, мы все равно вот смотрим на восток, там оно восходит и на западе заходит. И вот по этому поводу Энгельс говорил, что вот люди хотят руководствоваться здравым смыслом, что если всякий здравый человек, если он не сумасшедший, он понимает, что вот, вот солнце зашло на востоке и на западе село. Вот. Но нашелся какой-то вот Джордан Дрона, да, сумасшедший, который, значит, несмотря на то, что всем это известно и все это знают, каждому здравому человеку это понятно, что... Земля ходит вокруг Солнца. Сказал, нет, Солнце вокруг Земли. Ну его для начала сожгли, а потом все человечество приняло эту точку зрения, эту позицию. И сейчас уже как бы это вошло в здравый смысл. Потому что вот как Энгельс определял здравый смысл, не помните? ну, интересное определение. Здравый смысл – это остатки умерших философских систем и обрывки курсов, этих несистематически прослушанных в разных заведениях учебных. Вот что такое злобы. То есть никакой системы нету. Ну, что-то в головах вот болтается бесконтрольно и некритически. И вот этим вот люди руководствуются. Говорят, ну вот давайте руководствоваться здравым смыслом. И у нас, ну, помните, о здравом смысле больше всего говорил из деятелей вот этой контрреволюционной перестройки. Это нет. И в здравом смысле больше всего говорил Яковлев. Яковлев призывал Александра, который идеолог, так сказать, это вот, от революции. Вот он призывал, давайте здравым смыслом руководствоваться, и все. Вместо науки. Вместо науки. Вместо науки, то есть, а наука предполагает углубление как раз вот в сущность. Ну, соответственно, вот вы пришли, мы с вас и истребовали это углубление сразу. Ну, Павел Борисович вас выручил по-приятельски. Значит, вот как выглядят два момента. Бытие выглядит как момент только. Правильно? То есть с отрицанием. Бытие берется с отрицанием, то есть как момент, а не самостоятельно, не просто как, не спокойно, как бытие, а бытие с отрицанием. То есть вы пришли, чтобы уйти. А есть еще и другое. Некоторых видят только в ухождении. Там такие есть. Когда, в чем она есть, только в своем ухождении. Вот. И отрицание. Если отрицание, вы его рассматриваете. Вот я вот обдумал эту ситуацию и даже предложил, и даже нашел там, где это говорится, но поскольку у меня не было это подчеркнуто, то это как бы и незаметно. А если подчеркнуто, то вроде заметно. Вот можем мы высказать такое суждение? Сущность есть. Можно. Ну есть? Вот, слово, посмотрите. Все видят? Есть такая книга. Значит, сущность есть. Такая это вот... А что значит сущность есть? Если сущность есть, то что про сущность вы скажете? Бытие. То есть нельзя... А это нельзя брать как бытие. То есть сущность есть только как отрицание бытия. То есть вот это есть про сущность. Вы не можете взять вот так просто сущность есть. Вы должны взять сущность есть с отрицанием этого бытия. Она есть только как отрицающая себя. Ну ничего такого особенного нет. Мы есть только как умирающие, поэтому ничего такого удивительного для нас это не представляет. Правильно? Или там мы запоминаем только как забывающие. Так ведь это тоже. Что, разве есть что-нибудь, что не забывается? Ну, не сразу там. Все обучение состоит в том, что, так сказать, через некоторое время снова освобождается память для новых свершений. У меня были такие ситуации, когда меня просили там помочь решить задачку. Я сказал, если ты мне будешь все определения, которые там есть, называть, и теорему формулировать, я тогда могу тебе помочь. Но вспомнить я это уже не могу. Вот, то есть это вот совершенно естественно и нормально. То есть вообще всякое бытие ведь приходящее, мы это изучали, что всякое бытие приходящее. Что бытие переходит в ничто. Ну, так а здесь просто вы не имеете, вы не можете брать в сфере сущности бытие как бытие. Оно бытие только с отрицанием, только как приходящее. Но это более-менее понятно. Это мы на этом уже акцент делали, это понятно. А вот сущность-то сама, она же отрицание бытия, так она равна самой себе. То есть она удерживается как отрицание. Так? А раз она удерживается как отрицание, вот это и есть тот объект, у которого надо искать определенности теперь. Ну вот там вы что делали? Мы же с вами сначала взяли бытие, потом искали определенность этого бытия, хотим определение потом получить. И здесь мы хотим, как бы, бьется над тем, что проделать то же самое, только этим вот субъектом, с которым нужно это проделывать, будет не бытие, а сущность, то есть отрицание. Ну, короче говоря, сущность это же отрицание. Отрицание. Значит, что является определенностью отрицания? Что является определенностью? Это все знают. Определенность это отрицание. Правильно? Не бытие, отрицание. Значит, определенностью отрицания является определенностью сущности, что ли, получается? А? Бытие является определенностью сущности? Нет, это вы так куда-то прыгнули сразу на два, и как вот в соответствии с вашими способностями, сразу на два шага вперед. А в диалогистике надо не на два шага, а один шаг сделать, потом второй. Первый шаг какой? Что следовательно определенность имеет, в сфере сущности имеет вид отрицания, отрицания. Ну так было отрицание бытия, а бытия у нас что сейчас? Субъект. Отрицание. Значит, его определенность это отрицание, отрицание. Ну а дальше уже вот ваша мысль. Вторая, что вид имеет определенность как вид отрицания, отрицания, но из-за этого выходит в роли этого небытия выступает бытие. То есть, в общем, вроде бы это должно нас, так сказать, привести к пониманию того, что и так вроде бы мы должны понимать, что если теперь снятое бытие, то все будет наоборот. Если все наоборот, то значит мы будем, в качестве главного объекта будет отрицание, в качестве его определенности, которая есть отрицание этого отрицания, будет бытие. Ну какое бытие? То бытие сразу, как только вытащили какое-то бытие, сразу должна его куда-то запихнуть. Почему? Потому что надо выжить. А здесь бытие, которое не подвергнуто отрицанию, не принимается. Потому что вы. Именно потому, что мы не идем там в сфере бытия, а мы же закончили эту сферу или не закончили. Даже с точки зрения того нашего продвижения в кружке. Хоть хочется знать, что там мы вот, не знаю, как насчет сущности и понятия, вот в бытии мы разбираемся. Это же Михаил, приятно сказать. Вот перебьете. А вот у Ленина сущность первого порядка и дальше. Да, вот. Есть такое. Василий Николаевич, я перезвоню сейчас в кружок занятий. Угу. Там это, значит, первого порядка, нельзя это понимать в том плане, что есть какой-то уровень, как вы знаете, с пласты угля или пласты каких-то полезных ископаемых, что вы углубляетесь, и вот первый пласт, второй пласт, что они зафиксированы. Первого или второго порядка можно понимать так, что вы вот отрицаете это, вот то, что вы знаете, это знание. Вы что-то узнали больше, глубже. А раз вы это узнали, то это что? Это бытие, правильно? Ага. Раз вы уже узнали. Если вы еще узнаете, это движение к сущности. Ну, когда вы записали, взяли, прочитали, что получилось? Вот некое бытие. Вот это мы знаем теперь, это наше знание. Это что, все вы узнали? Тогда мы начинаем снова на это смотреть, как на бытие, и еще раз углубляемся. Второго. Это будет сущность второго порядка. Не в том смысле, что она объективна второго, а это уже вопрос о том, как мы углубляемся в сущность. Вот столько раз, сколько мы отрицаем, столько будет и порядка. То есть вообще бесконечно можно углубляться. И нет, так сказать, пределов познания, правильно? То есть идет и идет познание. Поэтому, но ни в коем случае нельзя это, так сказать, вот это вот именно пласт вот такого порядка. Это, так сказать, относится к гносеологии, то есть к познанию, по сути дела. Но во всяком случае, что мы должны понять? Что вот тут два момента есть. Равная самой себе сущность. Это что такое вот он называет? Это отрицательность, соотносящаяся самой с собой, если она равна самому себе. Вот она сама с собой соотносится, не с бытием, не с иным. Каким иным? Нет никаких иных, это все в прошлом. Она соотносится сама с собой. А раз она соотносится сама с собой, это вот ее вид, это отрицание, равное самому себе. И в этом смысле она и имеет тенденцию, так сказать, превратиться в отрицание, отрицание. Если отрицание соотносится с самим собой, да? Раз она соотносится с самим собой, то она превращается в бытие. А тогда это бытие отрицается, поскольку если появляется бытие, то его можно рассматривать лишь как момент. Так вот прямо и написано у Гегеля. Вот если взять, смотреть, какие там есть моменты видимости, так вот прямо буквально и написано. А? Путёк, момент движения от ничто к ничто. Да, ну и там уже дальше идет уже момент движения. Рефлексирующий. Так, это уже рефлексия. Нет, еще раньше пойдем. Вот надо взять видимость. Непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Непосредственность небытия. Видите, какая противоречивая формулировка. Небытие это же отрицание непосредственности. Ну, раз мы в сфере сущности, то мы можем его разглядывать, то есть мы его берем как непосредственно. То есть мы хотим эту сущность познать, то есть взять ее непосредственно. Как раз мы ее взяли, это непосредственность. Чего? Небытия. Но это противоположное высказывание, в котором все отрицается. Вот откуда это бесконечное движение, про которое говорится, что это рефлексия. Раз вы все берете с двойным отрицанием, у вас получается бесконечное движение. Вы не можете остановиться. Поэтому и отсюда и устойчивость рефлексивных определений. Устойчивость в том смысле, что они не переходят в иное. Что такое устойчивое определение? Вот вы хороший человек, и остаетесь хорошим по сущности. А если вы хороший только на моменты, значит, раз и в иное. И за границу вышли. Поэтому, если говорить, я вот буду рассказывать, что я как бытие, лично я как бытие очень хороший человек. Но сейчас как размахнусь, вот Владимир Ильич, вот, перед этим мы даже с ним поругались чуть-чуть. Но это не к сущности относится, а к бытию. Владимир Ильич, я правильно понимаю? Конечно. Вот. Вот, чувствуете, человеку подготовили. А Ленин говорил, что я люблю, когда люди ругаются, они, значит, позицию имеют. Я ставлю. Это я телевизор насмотрелся. Там вот. Сейчас... Вот, вот я и чувствую, вас телевизор настраивает против нас. Так, вот, смотрите, как интересно. Значит, видимость. Бытие есть видимость. Бытие видимости состоит единственно лишь в снятости бытия. В чем состоит бытие видимости? В снятости. В отрицании бытия. Бытие видимости состоит в снятости бытия. Единственное в этом. А в чем еще? Ни в чем. А раз в снятости, то есть в отрицании бытия. Бытие видимости состоит в отрицании бытия. Вот и то есть бытие и берется как отрицание. То есть как момент. Видимость есть отрицательная, положенная как отрицательная. Вот если вы будете этот раздел читать, положенное — это значит, что оно не прочно стоит, а лишь положено. Вот положим, что у вас все хорошо сейчас. И сразу же человек как-то начинает. Ну так-то оно хорошо, вроде как и хорошо. Но не так уж оно и хорошо. И так далее. Вот. Положенность — это означает отрицание. Есть или положенность? У вас есть что есть? Он отвечает, товарищ Марк, положим, что есть. Вот это не положим, что есть, это положено уже. Можно есть. Это бытие. Так. Рефлектированная непосредственность. То есть такая, которая есть лишь через посредство своего отрицания. То есть непосредственность в сфере сущности. То есть бытие есть только благодаря своему отрицанию. Такого, чтобы она... Там мы говорили, что вот, например, когда говорили о прихождении в сфере бытия. Прихождение — это бытие, которое... переходит в ничто. Но уже тогда, вообще-то, строго говоря, вот это бытие, это нормальное бытие, которое есть в жизни, сюда есть только через свое отрицание. А что есть такое бытие, которое не является приходящим? Нету и там. Но там у нас все равно, так сказать, благодаря этому переходу ничто в бытие, оно снова утверждалось, это бытие, и держалось, и потом оно отгородилось границей. Причем, как бы оно ни отгораживалось границей, как вы помните, там этой одной и той же определенностью, которая соединяет и разделяет два нечто, из-за того, что оно соединяет два нечто, через эту границу определение проявляет себя вовне, как характер, а характер, через характер можно проникнуть и в определение изменить него. Поэтому там не получалось, там все время, вот казалось бы, там мы получили что-то прочное и устойчивое, а получилось как раз все это неустойчивое. Все там стихия бытия — это переход в иное. Бытие переходит в другое бытие. Так? Все время. Пока вот не начались эти приключения с конечным и бесконечным, потому что сначала все бытие переходило в другое, и тогда это получалось это, так сказать, бесконечно много этих конечных. И, наконец, когда выяснилось, что вот уже бесконечно оно в другое не переходит. Как вы бесконечно можете перейти? Оно это другое имеет в себе. Правильно? Оно в другое-то не переходит. И на этом вот такое движение куда-то в сторону, которое на что бы ни встало, но все едет. Ни на что нельзя опереться. Опереться можно только на то, что движется. На то, что изменяется само. А не на то, что, так сказать, вот может сразу перейти в другое, как только вы на это встали. Поэтому значит, с этой точки зрения, на которой мы находимся уже, но некоторые предыдущие уже представляются как некое ущербное рассмотрение, потому что мы не берем вот того, что является прочным. Прочное может быть только такое, которое изначально в себе содержит момент своего отрицания. Изначально. Поэтому прочное, и движение здесь такое, которое прочное, ни к какому иному не перейдет. Почему не перейдет? Вот если я ничто и перехожу к ничто, во что я перейду? Ничего вы со мной не сделаете. Я прочный, потому что я ничто. Чем вы меня хотите испугать? Что вы меня изничтожите? Пожалуйста. Когда вы меня изничтожите, что будет? Ничто. Ничто. Значит, со мной ничего не будет. Если я ничто, вот это самая прочная позиция. Даже она в споре самая прочная. Мне когда говорят, что ну вы какую-то чушь говорите, я говорю, ну как же, откуда я могу говорить не чушь? У вас, наверное, много извилина, у меня одна. И я не уверен, что она извилистая. Вот. Поэтому как я могу говорить? И все. И что дальше? Что вы дальше, как вы будете меня дальше разоблачать или клясть и так далее? То есть это почему и философы спорят. Так что вот, а я мало знаю, а я еще меньше, а я ничего не знаю, а я этого не знаю. И тот последний и победил, который ничего не знает. А тот даже не мог сформулировать так, чтобы вот выкрутиться. Поэтому на самом деле вот это ничто. Но ведь это только кажется людям, незнакомым с диалектикой, что вот ничто. Ведь ничто это означает, ничто, что это означает? Что мы уже углубились, и поэтому мы не на поверхности находимся, если я ничто. Это что значит? Что я это уже прошел, по крайней мере, сферу бытия. Вот все товарищи, которые изучили учение о бытии, они могут гордиться теперь, что они уже... Он не хочет, он ничто, хочет небытие. Все-таки небытие представляется хоть что-то такое. Но небытие представляется как другое бытие. А ничто уже... Тут другое бытие не получается. Хочется за что-то зацепиться вам, как-то удержаться тут в жизни, когда все едет. Ну вот, а вот как раз Гегель туда пишет. Самое прочное, вот прочное, что такое самостоятельно? А самостоятельно ни во что не переходит. Вас столкнули, вы ушли. Значит, прочное это не подлежит вообще тому, что куда угодно можно столкнуть. Как вы можете столкнуть ничто? Никак вы не можете столкнуть ничто. Все движение идет, если идет движение, идет. Куда? От ничто к ничто. То есть от одного... Раньше у нас ничто в бытие переходило, а тут вдруг что-то перестало переходить. Раньше мы говорили, что мы не знаем никакого ничто не переходящего в бытие. Не знаю. А здесь вы говорите, что... А здесь не ничто. Оно... Нет, а здесь у него вид ничто. Оно не ничто. Оно же здесь не бытие. Оно же снятое бытие здесь. Мы-то ничего не понимаем. Это же не то ничто, которое было просто пустым. Ну, почему называется-то так же? Как потому плохо, что называется что... так же. Объясняю, потому что что это бытие? А ничто – это отрицание бытия. Ну, снятое бытие. А почему снятое? А вы не заметили, что пишется вместе? Ничто. Раз ничто, то это разве что-то такое только отрицательное? Оно отрицательное. Но мы же уже говорили о том, что в каждой категории учения о сущности, раз это снятое бытие, содержится все содержание, которое в бытии. Правильно? Но форма-то какая? Мы даже сейчас говорим о форме. Можно по-другому сказать. Всякое противоречие имеет какой вид? Какого-то целого. Или целое в форме бытия, или целое в форме ничто. Больше выбора нет никакого, Кирилл Владимирович. Не спорите. Ну вот сейчас вот беда такая, что сейчас все хорошие вещи, учение о сущности в форме ничто. Но! Там, если вы начало считаете, что из-за того, что там в нем есть бытие, вот все движение в этой книге будет. Вот от того, что вам сильно сейчас не нравится, что вас унизили, принизили. Мне это не нравится, мне непонятно, почему ничто более устойчиво вдруг оказалось. А ему не во что переходить. Ну, если я вот какое-то бытие, я могу перейти в другое бытие. А ничто он не может перейти в другое? Не может. Почему? Потому что это не то ничто. Оно сейчас... А это снятое бытие. Потому что бытие уже все снято. Сфера бытия снята. Это не то ничто, которое было в начале. Там было чистое ничто, а это все уже другое. Как оно может перейти? Оно хранит теперь это. Если мы ничто, то мы, значит, вот запечатали это. У нас теперь нет. Банка закрыта, крышкой плотно, и все. Она не подлежит уже гниению, уничтожению. Это законсервировано все то, что было. Все хорошо. Ты хочешь поесть огурчика? А нельзя, закрыто все, очень плотная крышка. И пока это для вас как ничто. Вот и можете таскать банку туда-сюда, а поесть нельзя. Ну, надо тогда опять это распечатывать, начинается этот процесс. Вот так ничего, а вот этот процесс какой был? Когда была закрыта банка, было ничто, есть нельзя огурцы. И когда съели, тоже нет ничто. Вот это ничто к ничто и пришли. Сейчас пустая трехлитровая банка, в которой ничто во всех смыслах. То есть это, на первый взгляд, кажется, что это какая-то дикость вроде. Хотя на самом деле это не дикость. На самом деле, скажем, человек по отношению там, к своим родителям, он что, он вот просто ничто, что ли? Или родители ничто? И вот как вот в сфере бытия? Или это ваши родители в снятом виде? Вот я с вами знаком, считайте, что я знаком с вашими родителями. Это отношение между бытием и бытием. А? Это же отношение между бытием и бытием. Да. Отношение между мной и моим родителям. Да, да. Если родители бытие, то вы ничто. Они так на вас и смотрели, но все равно гражданство вам сразу дали после рождения. Вот. А потом, вот как показывает сфера сущности, а это потом новое поколение, в нем всплывает всякое бытие. Когда оно окончательно всплывает? Когда у нас есть сущность? Сущность у нас сначала видимость. Вот по видимости вы ничто, а они все родители. Потом начинается это что? Существование. Вы существуете на свои деньги или на родительские? У вас есть собственное основание? Уже есть. Так? Тем более уже есть некоторые люди, которых вы хотите и можете рассматривать как ваше ничто. Но они уже могут рассматривать вас как будущее ничто. Наконец, когда вы, так сказать, уже вполне развились и стали взрослыми, у вас эти есть уже маленькие ничто, уже они не маленькие, но потом выясняется, что вот когда у них будут здесь, вы будете ничто. По Ленину воспитание, образование. Меня моя внучка зовет очень просто. И обучение. Миша? Отлично. Я в ужасе думаю, что между ней и мною 68 лет разницы в возрасте. И уж точно меня не будет, когда она будет вот в таком возрасте. Я уж точно буду ничто. Причем чисто, так сказать, таким обычным, простым биологическим законом. Уж никак не может получиться, чтобы когда ей было где-нибудь лет 50, то я еще буду существовать. Я, если буду существовать, то в виде ничто. Так что тут это вот в самом буквальном смысле получается. А родители, родители недалеко там. Тут можно еще рефлексировать, так сказать, кто из них ничто. Вот. Особенно подростки начинают уже догадывать, что ничто это вот лет под 12, 12, 13, ничто это родители. Вот. А они уже... Вот. Но мы это перешли к всяким примерам, а вот я еще раз возвращаюсь опять-таки к противоречиям видимости, противоречию видимости, так можно его сформулировать. Противоречие видимости – это противоречие двух моментов. Один – это равное самому себе отрицание. А что значит равное самому себе? Равное – это вот соотносящееся с собой. Не с другим, не отрицание чего-то другого, а равное само себе равное отрицание. Если отрицание равно самому себе, оно само себя отрицает. Ну, значит, оно, так сказать, имеет тенденцию, так сказать, то есть оно как бы полагает себя как некое бытие. То есть бытие может быть взято в сущности только как равное самому себе вот эту отрицательную по своей природе сущность. И бытие, вот, видимость, когда мы увидели, это лишь только поверхность, потому что это бытие с отрицанием, только момент. Бытие берется только с отрицанием, нет просто вот здесь бытия. А вот отрицательные определения устойчивы, потому что там мы что делали? В бытие, а у него есть небытие. Вот небытие, определенность, и поехали. Качество, потом реальность, отрицание, потом определенное наличное бытие. И вот это вот вся эта отрицательная природа вот этого нечто, она себя проявила вполне, до конечного как дошли. И кончилось дело тем, что она и закончила свое существование, эта категория, тем, что она осталась моментом бесконечного. То есть она все время у нас была на первых ролях, правильно, как бытие, а потом бытием оказалась. Переворот-то совершился уже при переходе к бесконечному. Бесконечное есть, а бытие конечное, или просто конечное, оказалось отрицанием бесконечного. А сначала-то нам казалось, что это все отрицанием конечного является бесконечным, да? Это было. А вот этот переворот-то состоялся уже тогда. Почему Гегель говорит, что сущность, она не сущности соответствует бытию и количеству. Ну, в смысле вот этого отрицания бытия, так и здесь. Это отрицание бытия, но только соответствие, это вовсе не означает, что то же самое содержание. Ну вот поворот этот логический, то все равно надо решать, в какой это форме бытия или форме ничто. Но здесь все все действие разворачивается в форме ничто. И движение, соответственно, всех категорий от ничто к ничто. И определенности такие. Значит, мы начинаем делать так же. Вот есть, пусть это будет сущность как ничто. По форме как ничто, как отрицание бытия. Как отрицание бытия со всем богатством содержания. Никуда оно не делось. Все нормально. Все оно есть, все оно в снятом виде присутствует. И вот мы с вами выбираем в себя всю историю всего человечества. Каждый из нас здесь присутствующий может гордиться этим. Вот. Именно потому, что мы ничто. Именно потому, что мы снятое человечество. А если мы будем говорить, что я что, то скажут, ну ты вообще никто. Потому что если ты что, и ты не вобрал в себя богатство, которое выработало человечество, ты вообще никто. Может, ты не ничто, но ты никто. И мы только тогда мы представляем собой вот это воплощенное человечество, когда мы берем все человечество так, как и надо брать. Каждый человек – это человечество, взятое в снятом виде. Каждый человек, не только родители, а у родителей свои родители и так далее, и так далее. Про обезьян не хочется говорить, но если что, если уж покопаться, можно и дальше пойти. И плаваем мы, как рыбы. Да, и до земноводных можно дойти. И это что же все? Это вся эта история развития человеческого рода. Ну вот. Ну, значит, если я теперь хочу определенность, ну, хочется вам что-то про сущность узнать, правильно? Вот вы открыли эту книжечку, она, видите, тонкая, здесь много вы не узнаете, если тут ничто. Что вы тут можете узнать? Вот, но хочется же узнать. Если хотите узнать, что вы хотите какую-то, точно, если вы определенность какую-то хотите получить, а определенность – это отрицание. Вот берите отрицание – это отрицание, и получите определенность. А как еще больше? Никак определенно. Определенность же отрицание, это мы с вами усвоили твердо, прочно. Значит, определенность – это отрицание, отрицание. Мы хотим узнать какие-то определения сущности. Определение – это значит, надо взять определенность. А потом вспомните определение определения. Качество, которое есть в себе, в простом нечто и сущность находится в единстве с другим моментом. Это в нечто с в нем бытием. Бытие у нас отнято. Мы не можем здесь брать единство с бытием. Раз не можем брать единство с бытием, раз мы не можем брать единство с бытием, то, следовательно, у нас ничего не остается, как брать отрицание к отрицанию. И это плохо. Так это хорошо, то есть определенные сущности, они вот хоть и имеют, так сказать, такой не полный вид бытия, потому что бытие есть как момент, но это все-таки, они же отрицание получается. Все определения сущности. То есть, если там уже определение сильно отличалось от определенности, определенность отрицания, а определение там, оно как-то в единстве с в нем бытием, то есть с бытием. А здесь в единстве с бытием не получится, здесь с таким бытием, которое отрицается. То есть, поэтому здесь, ну, такой вид более какой-то слабого вида определенности, что она вот крутится и никак не может перейти вот это отрицание к другому какому-то нечто. Я вот, то есть, как мог бы действовать в сфере бытия? Вот, Кучук – это не Войтюк. И все. Раз, и к другому человеку. Кавшин – это не Попов, а Попов – это не Степан Степанович. Пусть кто-нибудь с этим поспорит. А сейчас вот и вокруг себя и крутитесь. Вы хотите о себе рассказать и рассказывайте. Я не такой, как вчера. И я вот после на занятии не такой, как вот я. И так далее. Как вы должны? Вот вы должны это отрицание приложить к этому отрицательному. А раз вы прикладываете отрицание к отрицательному, возникает бытие, которое вы тут же отрицаете, потому что здесь бытие может только как момент в сфере сущности. Что и вывод какой? Вот вы получили ту же самую бесконечность, только уже как бесконечное движение. И вот первый раз вы здесь можете, если внимательно будете читать, найдете фразу самодвижение. Самодвижение. Не такое движение, что от того, от леса к морю, или на гору, или с горы вниз, а вы имеете вот это самодвижение. То есть это вот рефлексия, это самодвижение. Вот через это самодвижение она сущность себя и определяет. Ну вот я пытался, так сказать, при подготовке к этому занятию какие-то найти примеры, потому что вроде бы примеры бы неплохо. Вроде как все пример, том смысле, что сущность во всем есть. Все пример. Ну вот если все пример, то вот по видимости у нас вот кожа есть, да, а по видимости никаких внутренних органов не наблюдается. По видимости. Правильно? Но мы же не удовлетворяемся тем, что у нас вот эта видимость. Мы уже даже твердо знаем, только не на своем, слава богу, опыте, что оказывается, есть всякие... Потом есть студенты, есть вузы, где там есть патологоанатомы, где это обычное дело, искать, резать и так далее. И нам расскажут, как устроено, все, без того, чтобы это вот каким-то вот, чтобы это было бытием. Это только отрицанием достигается. Умрет человек, начинает превращать это все в бытие. А сейчас это все отрицание. Вот я на вас смотрю, ваш внутренний мир мне неизвестен. Чтобы увидеть кожу, нужно содрать кожу. Да, нужно содрать кожу. Или от нее абстрагироваться, что является отрицанием. То есть, я вам говорю, вот посмотрите на бычка, вот увидите его кожу. Он говорит, нет, я хочу, кожа, что с ней, мне нужно вот докопаться до... Тогда идите в хирурги. А лучше патолога-анатома, там вы точно докопаетесь. Но уже вы докопаетесь не до живого человека. А надо, если до живого, идите к хирурге. Его высыпят, и тогда вот давайте там. Смотри, только ножницы не надо оставлять там. Сколько уже случаев, когда ножницы, еще и салфетку туда запихнут. Постоянно. То есть, вот, действительно. Хотя мы, так вот, видимость, почему можно сказать, что вот видимость, она относится к сущности тоже. Что она, вот видимость кожи, видимость человека, она не просто существенна, а она тоже момент сущности. Это сама сущность. Почему? Давайте вот, всем известно, что... Вот 60%, если кожа поражена, ожог, человек умирает. Мозг здравеет, сердце прекрасно работает. Вот. Я это очень хорошо запомнил, поскольку я с ожогом 3-й степени полежал после 11 класса в Боткинской больнице, на улице Боткина, в военно-медицинской академии. И очень хорошо понял. Там таких приводили, таких. Или пересаживали эту кожу, перчатки делали из кожи, на ноги делали сапоги из своей же кожи. Так отсюда брали, туда клали. Так я насмотрелся. И там совершенно понятно, что если у вас кожа поражена больше 60%, ну не спаси человека. А это подумаешь всего лишь кожа. Подумаешь, ободрал кожу. Сколько, кто нас не обдирал кожу? Да ерунда. То есть все это ерунда, но это все... проверяется таким путем, что вот если вы же кожу берете, вы же берете не кусок кожи, а кожу. Если вы берете кожу, то она ведь кожа сущности, кожа человека. То есть человек как кожа. Сущность представляет как видимость. Если у вас глаза добрые, может вы и сам добрый. А то есть такие люди, которые глаза добрые, они говорят, ну давай, кошелек, давай, пока цел. Глаза добрые, поскольку видимость, она имеет моменты еще и отрицания бытия. Кажется, что добрый человек, он не такой. Или мошенники, например. В чем смысл мошенники? Да злоупотребление доверием. Втираются в доверие люди. Что же Горбачев? Он, например, мошенник. Сейчас вот праздновали летие 85-летия крупного мошенника. Мало того, что разрушитель СССР, государственного преступника, заслуживающего того, что смертной казни. Нет, он еще собрал, так сказать, и делает. Это в честь чего? Это вы надеетесь, что он скоро умрет? Принесли. Так же тебя отпраздновать заранее. Нет, это был не праздник. Праздник, если бы расстреляли, тогда другое дело. А это что за праздник? Здесь сам умер. Один вот Ельцин не успели расстрелять за измену Родине. Вышел живым. Как говорится, своей смертью умер. Второй тут еще вот претендует на это. Ну вот, то есть вывод какой? Желательно вот это вот место еще раз поизучать. Прежде всего поизучать видимость и ее моменты. Потому что здесь вот формулировки для нас очень полезны. Несущественным остается лишь чистая определенность непосредственности. И непосредственность как бытие, да? А чистая определенность непосредственности. Оно дано как рефлектированная непосредственность, чтобы вот видно было, откуда это слово рефлексия. Отраженная. То есть такая непосредственность, которая отрицается. Почему она отрицается? Потому что это снятое бытие. Так, то есть как такая, которая есть лишь через посредство своего отрицания. Так и написано. Рефлектированная непосредственность. То есть такая, то есть как такая, которая есть лишь через посредство своего отрицания. То есть рефлектированные категории — это такие, которые есть через посредство своего отрицания. Родители есть только через посредство своего отрицания детьми. А там все внуки за родителей. Понятно. Так. Видимость, следовательно, содержит некоторую непосредственную предпосылку, некоторую сторону, независимую по отношению к сущности. Но поскольку видимость отлична от сущности, нельзя показать, что она снимает себя и возвращается в сущность. Ведь бытие в своей совокупности возвратилось в сущность. Видимость есть ничтожная в себе. Следует только показать, что определение, отличающее ее от сущности, это определение самой сущности. И далее, что определенность сущности, составляющая видимость, снята в самой сущности. То есть первое такое, вот, что вы начали говорить, что они существенны, несущественны, это вот эта видимость. Причем эта видимость такая неглубокая, а видимость самой сущности состоит в том, что всякое бытие здесь — это бытие сущности. Но какое бытие? С отрицанием бытия. И никак иначе. Непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Вот смотрите, какая формулировка прекрасная. Непосредственность небытия. И что такое непосредственность небытия? Это бытие и небытие. Непосредственность небытия – вот что составляет видимость. То есть видимость, все-таки это небытие, взятое как непосредственное. То есть взятое не так, как оно есть. Каким оно, хотя сказать, является нельзя, явление не может говорить. Каким оно есть, нельзя, потому что оно есть вроде как непосредственность. Вот слово непосредственность и бытие — это вот это все слова о бытии. Точно так же, как мы с вами разбирали, некоторые всегда с привыканием относятся к слову к сущему, слово о сущем, сущее, сущее. Сущее — это непосредственно. Хлеб насущный есть на столе? Что есть? Вот какой хлеб? Вот сегодня какой хлеб насущный? Торт? Нету хлеба, есть торт. Какой насущный? Да. А? Да. Хлеба нет, приходится сортами питаться. И вот вы сами от себя отрицаете. Не, чтобы свое мнение высказать, а вы мнение Антуанетты сюда принесли. С отрицанием. Бытие есть небытие в сущности. Тоже. Опять то же самое противоречие. Небытие есть не что иное, как отрицательность сущности в ней самой. А где? Куда денешься? Сама сущность отрицания, снятое бытие, а в ней небытие. Его ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сущности. Это вот ничтожность бытия. Отрицательная природа самой сущности. Вот надо свыкнуться вот в этом томике, в этой книжке, с отрицательной природой сущности. То есть если мы сущность рассматриваем, то мы рассматриваем снятое бытие, то есть рассматриваем с отрицанием. Или не идите назад, или бегите вперед. Кого надоело изучать учение о сущности, он вперед, он двигается, он в верном направлении идет. Посмотрите, там идет, если видеть перспективу, там что? Значит, сначала будет существование, это с основанием. Если я что-то и беру, тоже с отрицанием. А вот на каком основании вы сюда пришли? Товарищ Кучер. То, что вы пришли, мы видим. А на каком основании вы здесь находитесь? То есть спрашивают, мало людям того, что есть. Нет, а вы скажете, на каком, уже на каком основании, значит, то, что вы есть, это подвергается отрицанию. А вы на каком основании? А вы, Борис Николаевич, на каком основании? Я логики. Официально у меня приглашение. А книгу вы читаете? 14 раз я Юрков видел. 14 раз прочитал. 14 раз заголовок прочитали? Ну, это основание. Ну, как вот? Считать это основанием? Да. Но с отрицанием. Если считать, то с отрицанием. И в условиях А это уже тоже всплывает, это бытие. То есть вот это вот бытие всплывает уже, вот когда вы берете основанное, то тоже такая же картина, только уже есть как бы более глубокая сущность. Основание, а есть основанное. Хотя и то, и другое сущность. А условие — это разве не сущность? Но это сущность, которая дана во внешнем проявлении. Вот это по сущности еда. Но она в виде вот такого многообразия. И это, и это, и это, и это, а вообще-то сущность все то же самое. Еда. И вот там мы наблюдаем эту замечательную фразу о том, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Потому что вы ее, всю эту сущность, по существу всю и взяли, но взяли ее в таком внешнем проявлении. Ну, я уже сказал внешнее проявление, потому что язык тянет туда дальше. А дальше что? А дальше явление и закон. Закон — это что? Это отрицательное нечто. Вы как к закону относитесь, товарищ Пайтюк? Как к положительному или как к отрицательному? Как вообще к закону? Вы из какого мира? Из этого или из того? Ваше отношение к закону? За науку. За науку. Знаете, вы вернулся как? За науку. Вы против закона? Естественно, нет. А вы его считаете отрицательным или положительным? Положительным. Как же оно положительное, когда оно отрицание бытия? Отрицание поверхности. Вы же идете от поверхности к тому, что отрицает эту поверхность. Вы же сами сказали, что вот кажется, что на поверхности, что Солнце ходит вокруг Земли, а вы вышли с отрицанием этого. А до вас еще вышел Джордано Бруно. То есть вы отрицаете вот это, то, что на поверхности. То есть закон — это что-то отрицательное по отношению к бытию, к поверхности. Это же в снятом виде берется поверхность. Сущность вообще вся отрицательная. То есть у Гегеля к отрицанию относится как? Положительно. А революция — это не отрицание всего старого строя. Вы вообще за революцию или против революции? За революцию. За революцию. То есть вы за отрицание этого строя? Этого, да. Ну вот. А тот строй, который будет, он не будет себя отрицать в процессе своего движения полного коммунизма, Владимир Ильич? Но это будет. То есть вообще отношение к отрицанию, вот у людей, которые не изучали учение о сущности, отрицательное. Это должно быть больно. Хотя должно быть положительное, но как момент. Михаил Васильевич, Горбачев-то ведь не знал логики. Ну, он свою зато забыл. Ему помогло. Думаю, его, да. Если бы он знал, он, может быть, еще больше бы. Чего? А больше уже некуда. Чего? Ну. Зреши только под лицо. Ну а дальше какой ход событий? Значит, это будет. И вот это какое будет уже бытие? Являющееся бытие. Когда вот мы будем изучать явление. Явление. И закон, и явление. Мир законов и являющийся мир. Значит, это явление. Это являющееся бытие. Уже появилось. Являющаяся сущность появилась как бытие. Уже она достаточно прочно уже присутствовать будет здесь, в учении о сущности. Это, конечно, не сущность, потому что сущность — закон. Но она же есть. Уже явление есть. Явление уже есть. Как раз оно явление, вы его не принимаете все-таки за сущность и все время ссылаетесь на закон. Правильно? Ты его берете с отрицанием. А затем, а следующее как называется? Категория действительная, как там она называется? Там у него прямо намечен планчик. Это была являющаяся сущность, а там действительно это что, Кирилл Ильич? Выявленная сущность. А еще и выявленная. То есть уже выплыла наверх. То есть сущность прямо уже на поверхности будет. Не только там в глубине, как закон. А и на поверхности можно найти то, что является бытием сущности. Ну, понятно, что всякое бытие сущности все равно берется с отрицанием. Но оно есть и на поверхности, вот действительно. Сущность... Билет может быть действительный, а может быть недействительный. Сущность является. Явление существ. Я хочу привести пример. Я сегодня взял свою карточку и решил ее сделать именной. Карточку проездную. Это что значит? Так и известно, что моя карточка, если вы пойдете, возьмете обычную карточку, которым пользуются товарищи, имеющие льготы, то она, если вы придете, и на ней ничего не выявлено, то вы, значит, сунете его, и там будет видно, там, Попов Михаил Васильевич, там, или, когда эти в трамваях проверяют или в автобусах, они-то знают, как вас зовут, только вы не знаете, как зовут кондуктора, они-то все про вас знают уже, раз, а я теперь, у меня выявленная сущность, 135 рублей заплатил за выявленную сущность, и теперь в поезде мне не будут приставать, что дайте мне паспорт, потому что моя сущность выявлена. А ваша сущность выявлена, товарищ Гавшин? Уже несколько лет подряд. Вы фотографии? Вот, значит, вот, а что, вы тогда промолчали, а теперь уже вы опоздали уже. Теперь нечем гордиться. Вот это с отрицанием, то, что вы сказали. Все, поздно. Поздно. Надо же вовремя. Ну, вот Васильевич, так сущность является явлением существенным. Раз в 4 года. Вот, видите, да, у вас. Что, положено раз в 4? Да. Сущность не только является, она еще выявляется. Вот выявленная сущность называется как? Владимир Ильич. Действительность называется. Вы за то, чтобы коммунизм стал действительностью или идеей оставался вечно? Действительностью. Вот. А явление существенно. А явление, оно существенно имеет в основании закон. Явление закона. Законы являются. Законы являются. А выявленная сущность – это уже действительность. И на поверхности вы можете наблюдать то, что действительно, и то, что недействительно. Михаил Васильевич, вот те политические деятели, которые, так сказать, претендуют на, Горбачев, на то, чтобы быть коммунистическими руководителями, да, вот они недействительные коммунисты, все. А кто они? Ну, они как Бухарин, который никогда не читал диалектики и не вполне ее понимал. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут отнесены к вполне марксистским. Вот у нас, можно сказать, что вот наша буржуазная демократия позволяет очень широко, так сказать, себя заявлять коммунистами, марксистами, ленинцами и кем угодно. Но на самом деле действительных коммунистов, марксистов и ленинцев очень мало. Почему? Действительно, потому что действительно это выявленная сущность, а где там никакой сущности нет, они вообще не читали и не знают, что такое диалектика.